Торжественная музыка и аплодисменты по особому поводу. Ассоциация гинекологов-эндокринологов Приморья 15 лет, но юбилей – это не просто праздник. Такая дата стала началом очередной учебной конференции для врачей. На повестке дня – бесплодный брак, репродуктивная иммунология, андофлор и многое другое. За прошедшие годы существования ассоциации гинекологов-эндокринологов сделана масса полезного, доброго, нужного для женщин как Владивостока, так и края. 15-летие ассоциации объединило не только краевых специалистов. На мероприятие прилетели гинекологи-эндокринологи из Москвы. Главная цель такой встречи – это обмен опытом и повышение квалификации региональных специалистов. Были периоды, когда у нас в интернатуре и в ординатуре по акушерству и гинекологии было 1, 2, 3 интерна. Это была катастрофа. Мы думали, ну что, закончилось на этом акушерство и гинекологии? Нет. На сегодняшний день, уже третий год подряд, у нас очень большое количество интернов и ординаторов. 12 интернов, 13 ординаторов. Вклад в развитие медицины отметили приглашенные гости. От лица всех депутатов Думы города Владивостока Михаил Веселов поздравил врачей и вручил им благодарственные письма. Уважаемые гинекологи, эндокринологи, все врачи, все медицинские работники, огромное вам спасибо за то, что все мы есть, и вы настойчиво заставляете нас вести здоровый образ жизни. Вы герои. Спасибо вам. Валерия Белоус, Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на восьмом.